Ще півроку такої війни, і ти не зможеш повернутися до Росії. Її, схоже, не буде. Служба безпеки опублікувала чергові перехоплення розмов загарбників із родичами. В діалогах батьки молодого окупанта хоч і неохоче, але визнають плачевність ситуації в РФ. Також мати окупанта має своєрідне бачення того, чому почалася війна. Каже, Росію втягнули американці. Байден тільки говорить, коли закінчиться. А он не говорит об этом, он сейчас только там поливает грязью Путина. Еще американцы заинтересованы. Ну, американцы заинтересованы, понимаешь, я думаю, что, в принципе, вот эта вся ситуация и спровоцирована была на то, чтобы наши втянулись в эту войну, да, то есть и, так сказать, готовили украинцев. Чтобы втянуть нас в войну, да, чтобы мы надорвались и экономически полностью нас разрушить. Ну, потому что с экономикой сейчас очень все сложно. Пока, Димон, все идет по плану. По хорошему американскому плану. Да. Еще полгода такой войны, и, в принципе, ты уже не сможешь вернуться в Россию, видимо, не будет. Он иногда говорит правильные вещи. То есть он говорит, что на сегодняшний момент для того, чтобы эффективно проводить эту дальше вот эту всю операцию военную, нужно каким-то образом отрезать поставки оружия из Польши, из Румынии, из Венгрии, из Чехословакии. Поскольку Украина граничит с этими странами, и граница открыта со стороны Западной Украины, то, соответственно, пока там оттуда все будет поступать, в том числе и наемники, и вообще бог знает что, нужно как минимум втрое увеличить или четверо войска. А без мобилизации каким образом это решить? Это решить невозможно. А мобилизацию они не делают пока. Ну, вот и получается, тени толкаются. Где-то я слышала, что есть добровольная мобилизация, но... Ну, там несколько тысяч идиотов найдут, конечно, сумасшедших, которые, которым хочется экстрима, и которым еще, видимо, там ноги свои мешают.